Кого ты выбираешь в политике? Врача? Ты этого хочешь, чтобы вся страна превратилась в госпиталь? Может, прокурора? Тогда мы все подследственные, а страна превратится в тюрьму. Каждый должен играть свою роль, не так ли? Ты ищешь фарс или сказку? Юлий Ким сказал: «О, как бы нам, сеньоры, сыграть не фарс, а сказку, о счастье, о надеждах, сыграть, пока не скоро развязка. Развязка, а может, скоро? О, мир, где вместо падут над нами арки радуг, где блещет вместо ламп луна, где мы играем слава. О, как бы нам хотя бы не путать амплуа. Пускай врача играет врач и никогда палач. Пускай корона венчает того, кто в самом деле лев. Не дайте шакалу сыграть овцу. Копейки не дайте пролезть в рубли. Судите по делам и по призванию. Ищите прирожденных политиков». Стране становится лучше только благодаря людям, которым не все равно. Василию Пугачеву не все равно. Только человек из народа может понять весь спектр проблем, волнующих людей, и предложить пути их решения. Будучи депутатом и главой управы района Котловки, он достиг результата, которого не удавалось достичь за 20 лет. Произведен капитальный ремонт 27 домов, обустроено 20 дворовых территорий, 2 образовательных учреждения, отремонтировано более 250 жилых объектов, а также снесено 7 несанкционированных торговых объектов. Этот список можно продолжать еще долго, но факт есть факт – жить стало лучше. Главное, что сами жители района видят результат своими глазами и принимают в этом непосредственное участие на встречах, проводимых самим Пугачевым с народом. А посмотрите, какие удивительные художественные полотна были выполнены на фасадах домов в рамках проекта «Городские галереи». А памятник Ефросинии Московской, Дмитрию Донскому и их детям – все это заслуга Василия Пугачева. В мае 2015 года Василий Владимирович назначается председателем комиссии по защите прав детей, ветеранов, людей с ограниченными возможностями Центра поддержки, воспитания, развития творчества и спорта детей-сирот и инвалидов, а также детей из неблагополучных семей «Сотвори добро», что и становится его основной работой. Награжденный орденом чести второй степени, орденом «Честь и слава Великой России», а также медалью имени Циолковского. Человек с большой буквы. Василий Пугачев. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес.